Снимаю. Друзья, сегодня с Борисом Владимировичем у нас действительно хорошее событие. Подъемник мы вручили Артему, и, может быть, в двух словах вы бы сказали, что нашим подписчикам. Ну, спасибо всем, кто собирал, кто поверил, как в нашу ситуацию, в нашу болезнь, беду. Ну, спасибо фондам. Счастливое детство, еще раз скажу. Ну и всем людям, учредителю фондов, что пошли на нашу, навстречу. Навстречу к нам пошли, в нашу непростую ситуацию. Ну, как-то так вот. Большое всем спасибо.